С 2020 года в Казахстане вводится социальное медицинское страхование. Для всех застрахованных перечень медицинских услуг расширяется. В ОСМС входят профилактический осмотр взрослых и детей, услуги узких специалистов, исследования и диагностика, лабораторная диагностика, в том числе дорогостоящая, например, на гормоны и онкомаркеры, стоматология для детей до 18 лет, инвалидов, пенсионеров, многодетных матерей, беременных, плановая госпитализация в стационар, лечение острых и хронических заболеваний сверх бесплатной медпомощи, плановые операции, в том числе дорогостоящие, медицинская реабилитация и восстановительное лечение. А знаете ли вы, какие медицинские услуги в Казахстане можно получить бесплатно? Это первичная медико-санитарная помощь, скрининги для выявления заболеваний на ранних стадиях, наблюдение беременных, патронаж детей, наблюдение больных с хроническими и социально значимыми заболеваниями, например, туберкулез, ВИЧ, онкология и другие. Лечение инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Экстренная и неотложная медицинская помощь. Паллиативная помощь и сестринский уход. Социальное медицинское страхование. Равный доступ к медицинской помощи.